Друзі, ми з Андрієм Дроздою стали свідками того, що Банк-готель в часи війни став прихистком дуже відомих журналістів зі всього світу. І ми собі поставили таку амбітну ціль з ними поговорити і записати для історії інтерв'юшки по мірі того, хто нам готовий дати інтерв'ю. Тому що, очевидно, ми в претензії на об'єктивність, так, але почути якусь іншу точку зору теж не завадить. От, ми не знаємо, що буде далі, як складуться військові дії. От, але сьогодні ми зустріли в барі, в ресторані, зустріли відомого російського журналіста. Телеведучого, очільника НТВ колись. Я думаю, що всі його знають. Євгеній Кисельов його звати. У нього свій YouTube-канал. Він відомий ведучий на українських каналах. От, і ми його попросили дати нам коментарі по ті події, які відбуваються сьогодні в країні. Тому залишайтеся, будь ласка, з нами. Буде, я думаю, цікаво. Так, я хотів би ще додати таке, що ми зараз після цих 13 днів війни, ми пишемо цю розмову саме 8 березня, 13 діб нашої національно-визвольної війни проти російських окупантів от, триває. Ми живемо в час, коли взагалі уявлення про росіян, воно дуже чітке і конкретне. Ми розуміємо, що це є окупанти, що це є терористи, їхня терористична армія на нас напала, вбиває наших дітей, вбиває наших людей. І, чесно кажучи, я от дещо навіть пересилював себе, щоб говорити сьогодні з нашим героєм інтерв'ю. Тому що я його пам'ятаю з дитинства, з телевізора, але потім все те, що відбулося між нами, українцями, і між росіянами, воно, в принципі, не дозволяє якось по-дружньому ставитися до представників цього народу, який зараз цей. Ну, Пересилимо себе. Кисельов 12 років чи там більше вже в Україні. Маю там певне враження про нього, таке чисто візуальне, поки спостерігав за ним. Але хотілося б чути його думку, свої висновки про розмову зробите вже ви самі. Пишіть в коментарях, як взагалі вам це все виглядає. Я особисто навіть відчуваю певну вину, що я сижу зараз тут і от говорю з різними людьми. Може, ми там з CNN будемо говорити завтра і так далі. Бо ранки я починаю з прямих ефірів, коли ми обговорюємо бомбардування наших міст, коли ми дивимося на кадри, де гинуть діти, де біженці наші переходять сотнями тисяч, мільйонами кордон. І от ми в такому поки що привілейованому становищі. Ми не знаємо, що буде за декілька там, днів, тижнів, все дуже швидко міняється. Може, ми будемо на фронті, може, ми будемо в розбомблених будинках, не дай Боже, бо прилетіти може будь-що. І тут вже непередбачуваний сценарій. Поки ми можемо говорити, спілкуватися, ми це робимо, це максимально чесно, наскільки можемо це зробити. Ну, а далі вам оцінювати, як вийшло. Дуже вдячний, що ви дали нам можливість з вами поспілкуватися. І насправді, якщо можна, перше питання задам. Ви 14 років прожили в Україні. Що ви, ну і в першу чергу, ви мене асоціювали завжди з ліберальними цінностями в Росії. І тим не менше вам довелось поїхати з Росії і жити в Україні. Чи ви відчули якусь, от, в чому різниця полягає між українцями і росіянами, тому що Путін сказав, що ми один народ? Ну, для цього потрібно мати одну извилину і ту доволі-таки прямую, для того, щоб утверждати, що Росія і Україна – це одна і та же країна, а русські і українці – це один і той же народ. Ну, или вообще ничего не понимать, не бывать в Украине никогда. Ну, я не знаю, Путин же, по-моему, в Украине бывал несколько раз всего за свою жизнь. Вот я помню, как он стоял на трибуне специально устроенного для него парада, по-моему, который один раз вообще проводился в истории Украины, парад, посвященный такой достаточно придуманной исторической дате, которой в календарях-то и нету. Вот в 2004 году вдруг украинские власти тогдашние решили отпраздновать 60-летие освобождения полностью всей территории Украины от гитлеровской оккупации. Это когда Медведев конфетки давал Януковичу, то?
наоборот, когда Янукович положил в рот конфетку, потом подумал, вот, предложил Медведеву, Медведев конфетку взял и положил в рот, потом он предложил конфетку Путину, а Путин так брезгливо отказался. Ну и потом он, по-моему, приезжал, когда уже Янукович был президентом, а Путин был премьер-министром, вот пересиживал вот этот период, чтобы не подряд у него был третий срок после второго. Я помню, тогда все обратили внимание, что, видимо, у него была какая-то неудачная косметологическая операция, синяки на лице, плохо замазанные гримом. И как-то не смешно тогда, как мне рассказывали, у него были довольно сложные, трудные переговоры с Азаровым. Азиров-то иногда бывал упрямый и упертый. И мне потом рассказывали, что, кстати, вот ретивое в старике взыграло, и он начал спорить с Путиным, и Путину это очень не понравилось. И он уехал недовольный, даже, по-моему, не остался на какой-то там обед или прием. И журналисты здешние, украинские, шутили, что подрались они, что ли, что у Путина где-то там фингал под глазом. Да? Ну, в Крыму он, конечно, бывал. Ну послушайте. Помятаем его с Тимошенко историю. Да. Ну, я на самом деле, я понимаю, что он ни черта про Украину не знает, не понимает и не чувствует. И, кстати, вот я тут давеча читал очень интересные материалы закрытого, не знаю, для кого проводился этот социологический опрос, точнее, социологическое исследование, не опрос, фокус-группы, которые выявили, знаете, какое обстоятельство? Вот что россияне, дорогие, не понимают причинно-следственной связи между тем, что сейчас начинает в России происходить, а именно начинает рушиться привычный образ жизни, прежде всего для жителей преуспевающих больших городов, вроде Москвы или Санкт-Петербурга, и событий, происходящих в Украине. Войны, которые путинский режим развязал против украинского народа. Второе. Они не знают ничего о том, какой характер носит эта война, какие чудовищные военные преступления совершаются по отношению к мирному населению, прежде всего. И третье, они в принципе не понимают, что такое Украина после 30 лет независимости. Я же, знаете, ну, послушайте, я в конце концов человек немножко образованный. Уж, знаете, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Все-таки университетское образование я получил, все-таки поездил по миру, все-таки там поработал в разных средствах массовой информации. Немножко книжек прочитал некоторое количество. И я понимаю, что когда ты приезжаешь в любую страну, ты сначала не должен, что называется, бросаться и делать какие-то скоропалительные выводы. Нужно присмотреться, поговорить, почувствовать, понять все-таки, о чем этот город, о чем эта страна, о чем этот народ. Ну, бачимо, що деякі ваші співвітчизники, вони вирішили на танках просто заїхати. І... Ви знаєте, я їх навіть за співвітчизників не держу. Ну, їх 100 тисяч чи там 150 тисяч групіровок. Ну, знаєте, в сім'ї не без урода, я би так сказав. Но, послушайте, значить... Это отребье, в некотором смысле. Это отбросы российского общества. Ну, посмотрите, вот на десятки уже интервью выложено на украинских сайтах, на украинских телеграм-каналах. Ну, послушайте, там я не хочу выглядеть каким-то там, я не знаю, расистом, человеконенавистником, но у многих из этих людей на лице просто черты генетического вырождения. Это российская армия? Да, вот это российская армия. Послушайте, как вот не парадоксально, я думаю, а в чем причина таких вот явных неудач, настолько откровенных, что они где-то даже за гранью там позора, да? Как мы же видим, что вот я вчера или позавчера видел в интернете картинку, где-то там
то ли в Черниговской, то ли в Сумской области, просто побросали технику. Она не подбита, не сгорела, а просто, значит, видимо, солярка кончилась, и, извините меня, мой французский, очко заиграло у этих ребят, у которых солярка кончилась, потому что они уже слышали разговоры, как из лесу или из деревни, из украинской, выходят здоровенные мужики, у кого охотничий карабин, у кого дробовик, у кого просто топор, у кого вилы, и начинают этих хлопчиков просто мочить, как учил Владимир Владимирович Путин. В сортире у выгребной ямы найдем, там же и замочим. Да? Слышал я и другие истории, да, про то, что тоже такие вот суровые мужички выходят к этим самым освободителям, денацификаторам, и говорят, значит, так, убивать не будем, даже разоружать не станем. Технику бросьте, солярку слейте и топайте на север, вот туда примерно. Вот, вот русский корабль, вот идет вот, вот, вот направление там, курса движения русского корабля, пример там. А там, знаете, можете сказати, що попали в окруження, ви пробивались з боями. Ну, це одна історія. Це коли таке гарматне м'ясо, коли вони явно не готові воювати. Ну, є люди, які прийшли грабити, мародерити, дзвонять до себе додому, а я от тут тобі жена манто і шубу десь награбила. Ну, він взяв манто і шубу от до тих пор, поки його, извините мене, за жопу не взяли. Оце людина свідомо приїхала грабувати на війну. Да, ні, я думаю, що немножечко по-другому все це устроєно. Знаєте, от, наверное, самая страшная война, которую вела русская армия, это была, ну, современная русская армия, это была война в Чечне в конце 90-х, в начале нулевых годов. Почему? Другая чеченская. Вторая чеченская. Mm-hmm. Во-первых, потому что там был мотив. Мотив, который был, к сожалению, судя по всему, создан специально, искусственно в результате спецоперации российских спецслужб. Каширское шоссе. Каширское шоссе. Там два взрыва было на самом деле. Вы верите, что это ФСБшная? Я об этом абсолютно в этом убежден. Там было четыре взрыва. Буйнакск, Волгодонск, два в Москве и один взрыв, который просто, значит, из-за того, что у этих самых чекистов руки из одного места росли, рукожопые такие там были, они засветились, и, ну и, в общем, у них пятый теракт не получился. И потом они, потом все, знаете, вдруг рассосалось. Нет ни исполнителей, ни заказчиков, никого. И так, в общем, заказчиков-то, организаторов в итоге не нашли. Там был какой-то Гачияев, который то ли пропал, его то ли убили, и где он, никто про него не знает. Ну, зато стравили россиян и чеченцев. Все-таки я помню прекрасно, как было страшно людям, как они боялись, что следующий взрыв произойдет прямо вот в их доме, как появились тогда по ночам в Москве патрули добровольческие, как люди стали... Вы знаете, там будете долго смеяться, порядок в московских подъездах навели тогда, осенью 99-го года. Там, где могли, скинулись... Посадили консьержа или консьержку, где это было не по карману жителям того или иного дома, просто хороший замок врезали кодовый. Ввиду того, что после этих кровавых терактов война набрала характер вот такого прям страшного. Не только. Понимаете, тогда еще были достаточно молоды люди, прошедшие военную подготовку в советской армии, которые... имели за плечами опыт войны в Афганистане. Так. Ну вот представьте себе, там советские войска были выведены из Афганистана в 89-м году. Вот какой-нибудь там молодой мальчишка, прошедший, тем не менее, два года там отслуживший, и знавший, что такое реальный бой, что такое обращаться с оружием в условиях реальной войны, партизанской в том числе войны. Вот проходит 10 лет... Ему уже не 22, ему 32, он еще молод, силен. Заработать он на обочине жизни, потому что тогда еще экономическая жизнь в России была тяжела. Куда он идет? Он идет контрактником в армию. И идет свои военные знания, умения, опыт, помноженный
на желание отомстить за вот невинно убиенных якобы чеченцами, он идет в бой. И больше ему там никак не заработать нигде денег, и он не может там по социальной лестнице даже подняться. Разумел, иначе, да. чем через участие в этих боевых действиях. Я фильм А сегодня, на самом деле, после двух, ну, не двух, но как минимум полутора десятилетий достаточно успешной экономической жизни в России, да. у самых продвинутых, и, если угодно, в том числе и у самых здоровых, крепких, оборотистых, энергичных, молодых ребят, есть масса других путей, что называется, подняться в жизни, кроме как идти в армию. И в результате туда идут самые никчемные в некотором смысле. Это у них на лбу написано. Вот их это никчемность. Еліта російської авіації, пілоти, які бомблять Чернігів, Харків, це дегенерати, на вашу думку? Що змушує цих людей? Я не можу сказати, що вони дегенерати, але я думаю, що ці люди в силу многих обстоятельств, в силу причин, которые мне даже не вполне понятны. Люди, которые потеряли там представление о добре и зле, о том, что можно, что нельзя. Понимаете, ну вот этот вот... Коли вони потеряли це розуміння? В який момент? Ну, послушайте, а чего случился Холокост, например? Ну, ми шукаємо відповідь зараз на це питання. Вот ми можемо порівняти, в мене теж ці паралелі є. І в то же... Як десятків, сотень тисяч росіян, які от пішли зараз на Україну воювати, я розумію, окей, одних кинули як м'ясо, типа на учення, ну є ж кадрові військові, є десантники, які висаджувалися, є... Ну їх же теж перемололи з другої сторони. Перемололи, я розумію, їх перемололи заслужено. Про літаки, про пілотів, я взагалі в шоці. Це люди, які мають освіту. Ну, слушайте, а може бути, вони вже розвращені були учаством в коврових бомбіжках десь в Сирії. К примеру, да? Окей, да, ну нам треба шукати відповіді, чому. Слушайте, ну от ви розумієте, ми з вами зараз це не вирішимо. Ми шукаємо відповідь. Ми будемо шукати цей випадок, тому що, ну, смотрите, все-таки... Що змушує розстрілювати швидку допомогу з пацієнтом? Вбити по дитячому садку снарядами? Градами, смерчами, ураганами розстрілювати Миколаїв, Харків? Артилерія виходить на 20 кілометрів. Знаєте, стріляти по невидимій, по так називаємій закритій цілі, да? Проще, ніж... Ну, але уявити собі наслідки можна? Що там люди живуть? Що це такі самі міста, як Росія? Ну, от поэтому современная война, она такой и становится. Ведь это неспроста. В современной войне упор делается на использование там, дальнобойной артиллерии, ракетных систем залпового огня, крылатых ракет, которые запускаются с самолетов, откуда не видна цель. Вот самое главное – избавить военнослужащего от угрызений совести, которые связаны с тем, что иногда приходится смотреть в глаза человеку, в которого ты стреляешь, которого убиваешь. Вот. И этим современная война существенно отличается от той войны, в том числе даже от чеченской. Но все равно, вы понимаете, можно обстрелять город, можно обстрелять позиции военных, которые этот город защищают, можно разгромить инфраструктуру этого можно города, но все равно на каком-то этапе в бой придется идти пехоте. И вот мне это, знаете, обстоятельство вселяет чрезвычайный оптимизм, потому что защитники украинских городов и сел мотивированы. У них сейчас идет отложенная война за независимость. Вот удивительным образом, вот сейчас настоящая война за независимость. Народно-визвольная война против оккупации. Национально-освободительная война. Вот отечественная война, война народная, священная война, да, когда ярость благородная вскипает, как волна, вот она сейчас в Украине происходит. Верш Симонова «Убей». Да, конечно. Его можно просто заменить на какие-то слова, и это будет «Убей русского». Но, понимаете, вот когда начнется рукопашная схватка... Мы переможем, я знаю. Когда... Я знаю, але и когда знищать наши... Единственная мотивация, которая может появиться у некоторых российских военнослужащих, это, вот знаете, там
она возникает в войне, даже когда эта война несправедливая. Ну вот, условно говоря, там какой-то контрактник Иван пошел на войну, подружился с контрактником Петром, Петра убили. Вот у Ивана возникает желание там, за Петра отомстить. Вот это минимальная мотивация, которая может не быть... Не сильно спрацює, я думаю, на наші війні, так хотів, що запитати. Да, стивился, звідки в Путіна така ненависть до України? Типу, от, чому це... Это вопрос не ко мне. Знаете, я не получил достаточного психиатрического образования для того, чтобы ответить на этот вопрос. Є така, така фраза, яка експлуатується всі 30 років незалежності, не я її придумав, але дуже часто експлуатують, що російський ліберал закінчується на українському питанні. Чи ви поділяєте цю фразу, чи ні? Чи існує російський ліберал, який дійсно природі, що є Україна такий. І треба... Ну, во-первых, я считаю, что это далеко не так. Я знаю огромное количество российских и либералов, це и нелибералов. 5-6 людей огромное количество. Сотни и тысячи, поверьте мне. Куда они живут? Я... Они в России живут, некоторые в России и живут. И окремый ГУЛАГ для российских либералов? Да, их закрыли. Нет, почему? Поверьте мне, есть очень много людей, которые совершенно... нормально относятся и к Украине, и к украинцам, и прекрасно понимают, це что Ходорковский, это... Каспаров, ну, послушайте, это не... Ну... Не, я, мій сарказм зрозумілий вам, тобто ви розумієте. Я понимаю, да, да, значит, да. Да. Илья Варламов, русский либерал? Нет, безусловно, нет. Он Илья Варламов, я бы сказал, бурзилка кремлевская. Окей. Но послушайте, есть Юрий очень... Юрий Дудь. А у вас есть вопросы к Юрию есть, Дудю? Есть вопросы. Если Юрий Дудь в Твиттере жартует, Райан Гиггс начал свою... Хорошая карьера была у Райана Гиггса. Это футболист Манчестер Юнайтед. Он начал ее, когда Крым был еще наш, а закончил ее, когда Крым уже наш. Это такое чувство юмора у русского либерала, я так понимаю. Ну, во-первых, я не уверен, насколько либерален господин Дудь, но... Я тоже не уверен. Я думаю, что, во всяком случае, он оппозиционер. Давайте, значит, не путать две разных вещи. Либерализм и оппозиционность. А либерализм – это вещь значительно более узкая, да, потому что есть оппозиционеры... придерживающиеся либеральных взглядов, есть оппозиционеры, придерживающиеся консервативных взглядов, есть левые оппозиционеры и так далее. Ну, послушайте, я социологических опросов не проводил, и я не считал. Но у меня есть своя референтная группа, в которую входят не только Гуриев, Ходорковский, Каспаров, Невзлин. Список можно продолжить. Да, у меня есть огромное количество друзей, знакомых, за которых я готов поручиться. Okay. На чем зиждется ксенофобия вообще? Вот ксенофобия как понятие. Я абсолютно убежден в том, что ксенофобия прежде всего держится на незнании другого народа, другой культуры, да, другого языка, другой истории. Понимаете, когда думающий человек начинает разбираться в истории, в культуре, лично знакомиться с людьми, представителями другого народа, начинает разбираться. Да, понимаете, ведь, как вам сказать, ведь... В истории Украины тоже было много всего. Ой, давайте вы не будете про историю Украины да, зараз. Много говорить. Всего. Давайте. Почему же мне не говорить? Я историк по образованию, между прочим. А вот я могу вам сказать, что, например, вы же лучше меня знаете, что было москвофильство или было русофильство, которое было как раз присуще там галичанам, людям, которые жили вот здесь, вот в Западной Украине. Я не разумею, что это может довести в теперешней ситуации. Нет, нет, нет. Я просто говорю к тому, что это все история-то нелинейная. Знаете, что там Союз русского народа, ультрапатриоты российские времен начала 20 века. Ты знаешь, что в Чорносотенці украинцев много входило тоже. Больше того, они показали на выборах в Государственную Думу самый высокий результат. Так, так что это просто к тому, что, ну,
Кто у нас был за единственный строитель независимой Украины, который выступал действительно за стопроцентную незалежность, это был Михновский. Все остальные представляли независимость Украины как некую форму автономии в пределах Российской империи. Мы зараз загрузнем в цих ідеях глибоко на час. Нет, я просто к тому говорю, что человек, который ему приписывают вот эту вот замечательную фразу про то, что демократизм русских либералов или там либерализм русских оппозиционеров заканчивается в районе хутора Михайловского, чуть не стал членом политбюро ЦК РКПБ и рассматривался, есть архивные документы о том, что рассматривался вопрос о его назначении председателем совнаркома Украинской Социалистической Республики. Чому цей тема, цей міф історичний про там триєдиність і так далі, чому він настільки важливий для Путіна і для, в принципі, будь-якої влади? Чому не можна відпустити і займатися своєю господаркою, своєю економікою? Я не знаю, повірте мені, от я хоть режьте меня, хоть бейте меня, там. Я этого не понимаю, потому что, мне... Мене российские оккупанты, человека, не будем, человека, не будем. Человека очень трудно заставить объяснить то, что он не понимает и не чувствует в принципе. Вот я всегда радовался тому, что Советский Союз развалился, что на месте Советского Союза возникли независимые государства, что каждый народ... Я прекрасно понимал, что Советский Союз был там в некотором смысле искусственным, фальшивым, лживым образованием, что прежде всего это касалось европейской части территории бывшего Советского Союза, что не давали нормальных возможностей для развития, прежде всего, общественного, культурного, политического, Украине, Белоруссии, Грузии. Ну, для Путина это наибольшая катастрофа 20-го века. Нет, поймите меня правильно, я не знаю, я понимаю, что вот я радовался. Для меня это было освобождение. Процессы, которые происходили в конце 80-х, в начале 90-х годов, вселяли в меня радость, веру в будущее. Я ничего плохого в этом не видел. Тоді продовження от ваших розумів. Поэтому понять, что у этого маленького человека, лысого, который вот на таких каблуках ходит и прикрывает их смешными длинными брюками, который сидит на другом конце какого-то невероятного стола и разговаривает со своими подчиненными или иностранными гостями с другого конца футбольного поля, я этого понять не могу. Питание тоді таке. Путин же ж 22 роки, з 2000 року при владі. В який момент російські ліберали все просрали? От коли ця точка неповернення відбулася, коли вже конкуренцію Путіну, його кліці... Ви знаєте, просрали вони все з самого початку. Я в цьому не виноват. Будь-кого послухає зараз російської опозиції, з людей, які думають інакше, кажуть, я лично не виноват. Це просто секундочку. Знаєте, я за себе говорю, а не за других. Я поважаю вашу думку. Я з самого начала говорил о том, что у меня большие сомнения в отношении этого человека. Я за свою жизнь при Путине, вот с того момента, как он появился в качестве такого сюрприза, такого неожиданного подарка по приколу, который Борис Николаевич Ельцин сделал дорогим россиянам, я к этому человеку относился всегда с опаской, как минимум. Когда зазвучали вот эти страшные взрывы, послушайте, для этого не нужно быть семи пядей во лбу. Это просто там первая мысль, которая приходила в голову нормальному человеку. Слушайте, но эти взрывы, они явно заказные. Эти взрывы явно для того, чтобы в максимально короткие сроки накачать популярность никому неизвестного чиновника, которого не знали вчера еще ни по фамилии, ни в лицо. Ведь любой политтехнолог вам скажет, что самая главная задача для того, чтобы
какой-то политик стал избираемым, чтобы его знали и узнавали. Без узнаваемости вообще там дальше делать нечего. Вот. А он тут еще и продемонстрировал такую вот театральную решимость, что в сортире всех замочим, там, всех террористов победим. А вот, дальше все, что он стал делать... Ну, далее замочил и Политковскую. Ну, это подождите, вы сразу, знаете, там через 8 лет перескакиваете. Замочил НТВ. Замочили НТВ. Во-первых, сначала была кровавая война в Чечне. Да. И что такое была там кровавая война в Чечне с тысячами жертв, в том числе среди мирного населения, в сравнении с судьбой там бедного журналистского коллектива, которого ну, просто там поувольняли неугодных, да, ну, как-то мне неловко там выставлять это на первое место. Да, хотя, конечно, там разгром независимых средств массовой информации начался с НТВ. Но поскольку вот, я повторяю, с осени 99 года я критически относился к господину Путину, то я считаю, что вина лежит на тех, кто тогда критически отнестись не мог или не хотел. Был слеп, или делал это из корыстных соображений, поддерживал Путина, или по глупости, или за деньги. Но я этих всех людей отлично помню. Вы знаете, я сейчас я не хочу с многими из них выяснять отношения, потому что сейчас они в лагере оппозиции, сейчас они Путина критикуют, сейчас некоторые из них просто с Путиным борются не на жизнь, а на смерть. Но, там, условно говоря, Александр Невзоров, который сегодня является там, одним из самых беспощадных критиков Путина, я что-то не припомню, чтобы он в 99-м году против Путина выступал. И в последующие годы. И другие фамилии я вам могу назвать, сегодняшних оппозиционеров. Причем некоторые из них там, действительно, что называется, как апостол Павел, в прошлом были Савлами, вот, но потом... уверовали в другое совершенно. Знаете, потом сочтемся в случае чего. Но я все прекрасно помню. Вот это, я считаю, виноваты те, кто по разным причинам с радостью, с пионерским задором, засучив рукава, кинулись нахваливать и поддерживать Владимира Владимировича и говорить, что вот он у нас такой подарок судьбы. С одной стороны, вот экономический либерал, а с другой стороны, сторонник там твердой руки и наведения порядка. И вот сейчас они, что называется... Приехали. Приехали. Расхлебывают эту кашу по полной программе. Це Путін заявив про те, що Україну треба денацифікувати. Чи ви згодні з тим, що в російському суспільстві серед росіян теж є фашизоїдні певні прояви, риси, і оце рівень підтримки Путіна? Ну Путін закінчений фашист. Путін та, але 60% чи плюс 60% росіян, які підтримують його і воєнні дії в Україні, це теж люди, які вже підпали під ці ідеї фашизму. Ну, послушайте, скільки процентів німців підтримували Гітлера? Зараз навскидку вам не скажу, я думаю, що багато, багато. Ну, в 32-му году за него проголосовало на выборах в Рейхстаг, если мне память не изменяет, 37%. Да, він потім вони розігнали опозицію, ну, розбили все. І я не думаю, що, судя по тому, що були і заговори воєнних, известны примеры того, как германские аристократы участвовали в разного рода так, попытках свергнуть. Після аншлюзу Австрії, після Судет, після аншлюзу Австрії, я думаю, ця підтримка Гітлера була дуже висока. Після Криму підтримка Путіна була 80+. Ну, ви розумієте, це в історії про, любого народу буває. Знаєте, ну, не любого, німців і росіян. Нет, ну почему? Бывали случаи, когда шовинистические настроения, шовинистический угар захватывал и другие народы. Вообще шовинизм – слово французского Але происхождения. Но они не начинали войны такого масштаба. Ну шовинизм так, безумовно, французского похода. Знаете, у каждого народа есть свои темные страницы и свои грехи. Я бы не делал здесь каких-то обобщений, понимаете, потому что... Ну, тобто теперішня Росія не фашистська, на вашу думку?
Я считаю, что у власти в России находится, безусловно, фашистский режим. Но не более но народ России не является там, принципиально чем-то отличающимся от того народа, который в 1945 году в Германии стоял в очередях за хлебом, водой и разбирал развалины Дрездена и Берлина. Але той народ потім все-таки денацифікували. Ну, це ж не сразу произошло. Знаете, денацифікація в Германії произошла там, это неправильно, там, как некоторые у нас считают, вот раз идентифицировалась Германия. Ну, раз поколіннями це відбувалося. Да, это вот настоящая денацифікація произошла в Германії, наверное, вот когда уже канцлер Вилли Брандт в Варшаве встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Поэтому я думаю, такая терапия потребна, что она будет иметь место, что протрезвевшие россияне будут, может быть, я надеюсь, что это будут все-таки, я не хочу, знаете ли, там, чтобы города России лежали в руинах от ядерных взрывов. Но я думаю, что как минимум виртуально они будут стоять вот над руинами своей прежней жизни, которая прекратилась и которая никогда не вернется, и думать, как же мы до этого дошли, как же с нами такое приключилось-то, да? Господи, что же с нами было-то, что за затмение такое было, что же мы ничего понять-то не могли, да? И будут за это горько платить. Понимаете, я в данном случае, поверьте мне, я говорю в том числе о своих друзьях, нынешних и бывших, о своих родственниках, которые остались в России. Мне это говорить непросто, потому что я понимаю, что среди них есть люди, которые вообще никакой вины не несут, но которым чего-то не хватило вот для того, чтобы, я не знаю, возглавить сопротивление, занять более активную позицию. И вот, понимаете, когда я смотрю вот на эту хронику Берлина 1945 года, где я понимаю, что вот эти люди, которые ходят по берлинским развалинам с бидончиками для воды или там с тележечками, на которых они там перекатывают свой скарб, которые они достали из-под руины, куда-то, значит, топают с этим скарбом там, в поисках крыши над головой. Я не верю в то, что вот каждый из них был, что называется, за Гитлера нацист. Но вот то, что произошло с ними, это справедливая плата, если угодно, за молчание. И даже те люди, которые в некотором смысле виноваты, и те люди, которые поздно спохватившись, начинали там бороться с гитлеризмом. И я понимаю, что да, наверное, многие мои близкие люди в России в итоге заплатят очень дорогую цену. И я об этом думаю, если угодно, там с болью, но я понимаю, что это будет справедливо. Пане Євгенію, розумію, що вас треба відпускати. Є кілька питань. От дивіться, зараз... От один вопрос, да, я вам могу ответить. Два тижні просто, практично. Тому іначе мої одесити остануться вообще без моєго інтерв'ю, і це вже не в перший раз произойде. Одеситів ми шануємо, обов'язково дамо їм можливість записати з вами інтерв'ю. Дивіться, зараз два тижні фактично війни. Ми розуміємо, що великі втрати в росіян. І починають діяти санкції в Росії. От, закривається все, економіка падає. Путіну таке враження, зараз вкрай необхідно пустити ще більше крові нам, Україні, почати гатити по містах артилерію, перетворити це все в Алеппо, в Сирію. З іншого боку, ми бачимо, що ніби наростають антивоєнні настрої в Росії, серед росіян закриваються виробництва, магазини, Макдональдс, все закривається. Тисячі безробітних зараз буде. Ваш сценарій, як буде розвиватися вся ця історія, ця війна російської окупаційної армії, путінської, найближчі кілька тижнів? Я вижу дуже багато різних сценаріїв. Я думаю, що один із цих сценаріїв дуже плохий, а іменно, що Путін поведе війну на уничтожение
городов и сел Украины, что Путин начнет применять армия будет тактику. Тактику. Понимаете, для этого вся армия не нужна. Для этого нужно несколько расчетов баллистических ракет среднего радиуса действия, мощных баллистических ракет среднего радиуса действия. Дай бог, чтобы не ядерных. Понимаете, большая ракета среднего радиуса действия может нести мощнейший заряд, который будет уничтожать сразу огромные площади городской застройки, понимаете? Для этого не нужно иметь вот эту самую пехоту, которая пойдет потом в бой. Зачистка уже не понадобится. Не дай бог до этого дойдет, да? Не дай бог дойдет дело до применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия. Такой сценарий тоже нельзя допустить. Но почему-то мне кажется, что все-таки самый вероятный сценарий – это какой-то бунт, который произойдет внутри российских элит. Даже вот не люди выйдут на улицу, а подельники путинские. Ну, там долго до горла діставати треба, стіл довгий. Ну, понимаете, ведь не обязательно там идти туда с табакеркой. Вот сядет он в это самое свое убежище, где-то, говорят, там бункер на Алтае, да? Ну, бункер же можно обесточить, в конце концов. Или закрыть на ключ и сиди там на здоровье, дорогой. Это же достаточно там отключить в этом бункере свет, воду, газ, там, я не знаю, канализацию. Или просто связь с наружным миром. И сиди на здоровье, а мы тут без тебя разберемся. А, знаете, народу объявили, ну, как Горбачеву в свое время, знаете, изолировали в Форосе, сказали... Заболел Михаил Сергеевич, вот, к сожалению. Там, желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления. Также можно и с Владимиром Владимировичем поступить. Вы хотите верить в такие оптимистичные сценарии? Ну, знаете, он все равно не оптимистичный, потому что... Ну, поревнено с ядерными выбухами, как-то оптимистичный. Потому что все равно колоссальные человеческие потери и разрушения, которые придется восстанавливать в Украине, о чем я думаю, конечно, с... Тоскую, с ужасом, если угодно. С другой стороны, ведь санкции, введенные против России, их одномоментно не отменят. Бесперечно. А компании западные, ушедшие из России, тут же бегом обратно не вернутся. И последствия вот этих санкций, ухода западных компаний, падение курса рубля по отношению к доллару и евро, падение российского фондового рынка и прочее, 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 все это придется восстанавливать не один год. И самое главное – доверие. Доверие к государству российскому и к российскому избирателю, к российскому обществу тоже придется восстанавливать, может быть, на протяжении нескольких десятилетий, как минимум жизни одного поколения. И мир в результате изменится так, что он едва ли вернется на круги свои. Ну, ты знаешь, я такий анекдот російський про смешанные чувства, знаешь, такие смешанные чувства, це коли олігарх дивиться, як падає його власний літак з те, що на борту, знаєш. Типу, от у мене якісь такі усмішані чувства після цієї розмови, тому що ми з цього почали, що так якби, ну, очевидно, що представник російського народу, байдуже скільки років він живе в Україні, відчувається, мені проскочило все-таки ностальгія за чим-то общим там, і так далі. Тобто він про це ні разу буквально ніби не сказав, але почав, намагався піти в історію, москофільство, величини, цю херню, та якби я, чесно кажучи, так трошки напрягся. Очевидно, що людина, видно, що переживає, як і всі зараз там російські ЗМІ за економіку. Переживає за Росію. За Росію, да. Тобто не про... Ми то переживаємо за своє, що в нас люди помирають. Ми переживаємо за життя просто, знаєш, за виживання, да. А тут якби нема мови про формування вже думки про те, як, наприклад, очолити рух, пояснити москалям, що треба бути не кацапами, а людьми, да? Тобто не тими, хто марить там завоюваннями, імперією і так далі,
Тобто зайнята голова типу трагедією економіки, так би, а не трагедією того, що люди перетворилися в тварин. Типу, це мені, я того не знаю, як ти, але я не відчув гуманізму. Типу, попри те, що. Не було людяності, та недостатньо мені її було. Ну і взагалі видно було, Євгеній Алексеєвич сидів отак в захисній позі, більшість розмови, і так от на нас дивився. Отак от. Ну, в принципі, чогось подібного я очікував. Загалом я задоволений тим, що він під якусь серію питань визнав, що в Росії є фашистський режим, що частина громадян все-таки піддалась на ці речі. Він пробував якось це виправдати, що росіяни не єдині такі в історії, ну, але крім нацистської Німеччини. Це як what about you, знаєш, це what about this. Так, а what about you, та, типу. А от англіки там індусів різали, а іспанці Латинську Америку. А американці там свої племена. Американці, да? Індіанці різали. Так. Типу, знаєш, в кожного народу є свої темні пятна, да. Тобто, але це не про, як вони кажуть, православне сострадання. Це про якісь просто, ну, типу, що така природа людська, знаєш, типу, якась така не... Ну, я розумію, насправді, що йому теж ні в сих, ні в тих, типу, він тут у Львові сидить на чемоданах на Варшаву чи на Краків, так би, і буде щось там продовжувати віщати, у нього свій там путь самурая, так би, але мене не переконало то, тобто я не повірив пану Кисельову, що все-таки є ліберали, які... Ну, розумієш, що Україна — це просто інший народ, інша країна. Дуже цікаво, що він каже, що сотні тисяч цих лібералів, а коли я кажу, давайте поіменно, Варламов, да ні, Мурзілка кремлівська, ну я якби згоден, да? Окей, Дудь, а що ви там проти Дудя маєте? І ти коли пояснюєш, ну, типа, треба ще розібрати, що він ліберал. Там відпадають всі, в результаті, так я спитав, скільки їх, четверо, п'ятеро цих російських лібералів, в якому гулагу вони сидять, да? Тобто, ну, російських лібералів як явище не існує. Це, можливо, поодинокі персонажі якісь, ну, от, які десь за кордоном живуть, які не мають можливості вернутися на батьківщину. Ну, але загалом Росія, я ще раз просто переконався в цьому, безнадійно хвора і дуже небезпечна в тому вигляді, в якому вона є зараз, і російський народ як такий. Ну, але ми, бачите, проявляємо, навіть наші військові проявляють гуманізм до тих полонених, яких вони ловлять, навіть до пілотів, яких хочеться розстріляти на місці просто. Тому, ну, ми наразі говоримо, поки ще є сили внутрішні говорити і якось ще словами знаходимо для цього діалогу. Але я розумію, що все може бути ще гірше в наступні кілька тижнів, місяців, не знаю, скільки війна триватиме. Цього трохи страшно, але в нас один шлях до перемоги, рухатися і перемагати. Так. Друзі, поширюйте, будь ласка, це відео. Я думаю, що воно було цікавим. Мало би бути вам цікавим. Коментуйте обов'язково, лайкніть, для того, щоб його побачило максимальна кількість людей. Бо так працюють алгоритми YouTube. Це не про марнославство, а просто про механіку YouTube. До нових зустрічей. Ми будемо ловити представників CNN. Я хочу їх запитатися, як вони ставляться до того, що англосакси виявляються во всьому винувати. Керують світом англосакси. Ми поговоримо, пошукаємо англосаксів тут в банк-готелі. До зустрічі.